канун Рождества областные наркополицейские вывели из незаконного оборота более килограмма 700 граммов опиатов. В ходе проверки информации, поступившей от населения, наркополицейские пресекли несколько крупных каналов поставок наркотических средств на территорию области. Почти 500 граммов героина было изъято у ранее судимого гражданина. Еще 100 граммов этого же вещества пытались провести в места лишения свободы. Также среди изъятых наркотических средств оказалось сырье для кустарного изготовления наркотиков – маковая солома. Сотрудники областного управления обнаружили растения на территории приусадебного участка в Тейковском районе. По всем фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.